Физические упражнения представляют собой естественные или специально подобранные движения. Они помогают эффективно бороться с различными недугами, поддерживать себя в форме и восстанавливают нарушенные функции. Человеческое тело на 30-40% состоит из мышц, и мы должны их приводить в движение. Наш организм природой запрограммирован так, чтобы мы были всегда в движении. А малоподвижный образ жизни очень плохо влияет на здоровье. Он может привести к нарушению обмена веществ и, как следствие, к появлению многих сложных и неприятных заболеваний. Необходимо умеренно и своевременно заниматься физическими упражнениями. Так вы сможете всегда быть в форме, быть бодрыми, энергичными. И кроме того, ваша фигура и весь ваш организм будут просто в идеальном состоянии. Занимаясь регулярно спортом, выполняя различные физические упражнения, стимулируется обмен веществ, а также тканевый обмен и эндокринная система. Повышаются иммунобиологические свойства, активность ферментов, организм становится более устойчивым к различным заболеваниям, у него укрепляется иммунитет. Упражнения оказывают положительное влияние на здоровье, на психоэмоциональную сферу. От них поднимается настроение, появляется вера в себя, энергия и хорошее самочувствие. На организм физические упражнения действуют очень положительно. Они оказывают как тонизирующие, так и бодрящие действия. Специально подобранные физические упражнения могут помочь в борьбе с каким-либо недугом. Как видите, влияние на здоровье физические упражнения велико. Рекомендуем вам больше и систематически двигаться. Будьте здоровы!